Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу! У нас 5 глава послания к Ефесянам. И в 5 главе продолжается тема, начатая Рабби Шаулем еще в 4 главе. Поэтому фактически нужно было бы читать 4 главу как бы с 17 стиха и фактически до 21 стиха 5 главы, потому что речь идет о том, что нам нужно стать новыми людьми. Итак, Рабби Шауль говорит, что мы должны стать новыми людьми, и как бы вводная вот в этот текст, который мы сейчас будем говорить, начинается еще с 4 главы, когда он говорит, что мы все члены одного тела, что мы все должны как-то соразмерять свою жизнь, свои поступки, свой выбор с общиной, что мы являемся членами всей этой группы, вот этой общины. И там он говорит, что для этого Бог ставит людей на определенное служение. Для того, чтобы общине был порядок, для того, чтобы общине было устройство, потому что Бог – это Бог устройства. В общине должно быть четкое понимание каждого человека, как бы, чем он занят, или хотя бы понимание, чем он не занят. Но без этого невозможно, потому что тело, оно упорядочено. И тело Мессии должно быть упорядочено. Поэтому в продолжении всей этой темы Рабби Шауль говорит: «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Машиах возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым». Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в царстве Машиаха и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Машиах». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иешуа Мессии, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Амин. Текст очень объемный. По порядку. Итак, Рабби Шауль призывает нас подражать Богу. Обратите внимание, речь идет именно о подражании, то есть буквально копировать поведение. И единственный, кто дал нам пример этого поведения, это Мессия. Потому что в нем была отражена вся полнота Божества телесно. Мы не можем подражать Богу, которого никогда не видели, но мы можем подражать Машиаху. Конечно, мы можем сказать о том, что мы можем подражать Богу
в плане милосердия, любви, понимания, да, но как мы можем пережить это же настолько необъяснимые вещи, то есть когда мы говорим о Мессии, мы понимаем, что был такой человек на земле, да, ему мы можем подражать, но мы даже не имеем представления, как выглядит Бог, какого он размера и вообще какого цвета, то есть этот список можно продолжать, как можно ему подражать, да, значит, творить мы можем только, как бы, используя какие-то материалы, мы не можем творить так, как Бог творит, понимаете? Но именно в Мессии Бог дал нам пример. Поэтому Иешуа говорит, кто видел меня, тот видел Отца. Это для нас, для людей, на нашем человеческом уровне. Мы не можем подражать Богу на уровне Создателя или Творца, на том уровне, на котором Он существует и обитает. Но мы можем подражать Богу, Машиаху, Иешуа, который дал нам пример норм поведения на земле, показал нам, как себя вести. Поэтому, когда он говорит, подражайте Богу, как чадо возлюбленное, имеется в виду, что подражать Машиаху. Дальше он говорит, у нас будет текст, конец 5 стиха. Рабби Шауль все равно подчеркивает всегда, во всех своих посланиях, разницу, что отец и сын – это не одно и то же. Он говорит, что человек, который плохо себя ведет, не может быть наследником в царстве Бога и в царстве Мессии. Да? То есть видим Машеха и Бога. Ну, мы сейчас дойдем до этого текста. «Живите в любви, как и Машех возлюбил нас и предал себя за нас». Приношение и жертву Богу в благоухание приятное. Значит, из этого стиха мы должны понять, что наша любовь друг к другу выражается не в том, чтобы друг на друга из большой любви перекладывать какие-то задания, обязанности или то, что ты можешь сделать. Все, что в силе твоей руки, бери и делай. В этом будет твоя любовь к ближнему, и в этом будет твоя любовь к телу. Ты будешь выполнять функцию, для которой ты поставлен. Понимаете? Это как нога, которая не ходит. Нужен костыль, и тогда заняты руки. Вы понимаете, что происходит? Чтобы передвигать тело, приходится брать в руки костыли, и тогда руки уже заняты, и не могут... Тело уже не выполняет все то, что могло бы делать, если бы нога ходила. Это просто пример. «Живите в любви, как и Машех возлюбил нас, читаем, и предал себя за нас». То есть постоянно в Писании Рабби Шауль и в послании к римлянам это подчеркивает, что любовь Бога была явлена к человеку в том, что он отдал своего сына. Речь идет о жертве, понимаете? И тело Мессии будет созидаться и расти тогда, когда мы все будем вкладываться, мы все будем жертвовать. Когда не будет ни одного человека, который будет думать, а это сделают служителя, а это сделает тот, это тот, а я просто приду. Это хорошо, конечно, на каком-то этапе, да? Но ты должен стать телом, ты должен что-то сделать. Мы об этом говорили в 4 главе. Вот задача пасторов – в буквальном смысле сделать так, чтобы тело работало, чтобы тело шевелилось. Понимаете, когда мы испытываем какое-то недомогание, или мы когда испытываем какое-то чувство лени или еще чего-нибудь, то мы себя сами мысленно заставляем встать и что-то сделать, да? И если там засидел ногу, надо расходить эту ногу, правда? И если залежал руку, надо разработать эту руку. То есть что-то как-то пошевелить. Вот иногда служителям приходится в буквальном смысле брать и шевелить это тело. Оно скрипит, оно болит. И где-то там поднывает даже. Но деваться некуда. Нужно, чтобы все работало. Чтобы был кровоток в этом теле. Душа живая, чтобы была. Поэтому Иешуа отдал себя
за нас. Если мы будем себя отдавать друг за друга, в буквальном смысле слова, жертвуя временем, жертвуя финансами, жертвуя силами, сном иногда, иногда едой, иногда еще чем-то, таким образом мы будем созидать тело. И хочу, чтобы вы помнили, ни одно малейшее даже усилие с вашей стороны не останется без внимания Бога. Вместе с этим хочу напомнить, что ни одно проявление лени или безответственности тоже не остается без внимания Бога. Нейтральной территории нету, друзья. И везде, где мы даем слабину, мы проигрываем, мы откатываемся назад в своей жизни, реально. В тех вещах, которые хотели бы достигнуть, именно поэтому не достигаем. Потому что делаем свой выбор. Мы всегда делаем свой выбор. Но тот человек, который буквально вот падая с ног, все равно идет и что-то делает, да, и слава Богу, у нас вообще немногие таких людей. Это помогает, это вдохновляет просто кого-то. А кого-то наводит на мысли, а, ну там и так все делается, что там напрягаться. Вон есть вот эти вот, понимаете? Вот эти вот кони ломовые, кони и лошади. Ну, братья и сестры имеется в виду. Понятно? То есть ломовые кони и ломовые лошади тянули и будут тянуть. И будут благословены, друзья. Будут падать с ног, но будут счастливы. Будут испытывать чувство внутреннего богатства и радости просто от того, что успели что-то сделать. Просто благодарить Бога, что вот именно мне выпала эта возможность пойти и сделать. Хорошо бы было, если бы кто-то поддержал, помог, но бывает, что не все могут. Если мы будем честно вот вкладываться, да, вы просто увидите вашу жизнь по-другому. Она выйдет на новый уровень отношений с Богом, и все это повлияет. Все повлияет. Скажите, если ветер дует со скоростью 1 метр в секунду, это сильно повлияет? Нет? А вот если ракету запустить в цель, и ветер сбоку дует 1 метр в секунду, попадет она в цель, если пролетит 200 километров? Или 2000 километров? 1 метр в секунду всего. Мы не придаем значения, что самые небольшие отклонения и погрешности, которые мы себе программируем в свою жизнь, вот они-то и влияют в совокупности вместе на какие-то вещи. И человек потом почему-то огорчается. Точно так же в совокупности будет все это влиять в положительную сторону, если мы будем отдавать себя так, как Машиах отдал. Любя себя за нас. Это идея. Все, что я говорю, это не значит, что я хочу кого-то что-то заставить сделать. Да? Просто говорю то, к чему нас побуждает текст самого Писания. А выбор каждый пусть делает свой. Третий стих. «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым». Другими словами, об этом нет смысла даже разговаривать. Это не нужно объяснять в принципе, но сегодня нужно. Сегодня мы живем в такое время, что блуд, нечистота и любостяжание не считается как бы грехом, а иногда даже считается хорошо у некоторых. И поэтому приходится объяснять. Любостяжание – это страсть к наживе. Когда человек хочет богатеть, он любит стяжать материальное благо. Это есть любостяжание. Об этом написано дважды у нас в тексте. Также и сквернословие – и пустословие, и смехотворство неприличны вам. Сегодня тоже приходится объяснять, что любой человек, который нецензурно выражается, а иногда еще верующий говорит,
Ой, выскочило. Ну, выскочило. Ну, выскочило то, что у тебя внутри, потому и выскочило. От избытка сердца же уста говорят, так или нет? Значит, нужно промыть свое нутро так, чтобы там не было чему выскакивать. Дальше написано, как это сделать. Нужно назидать себя словословиями, песнопениями, заполнять себя Божьим Словом. Причем как можно больше. Перебора не будет, я вас уверяю. Вот много не будет никогда. Всегда будет мало. Всегда будет казаться, что не хватает чуть-чуть еще. Или много. Поэтому совершенно понятно, что блуд, любое проявление нечистоты касательно тела и касательно мысли и касательно духа, речь идет и об идолопоклонстве. Вообще, вот эти самолюбостяжания, это тоже такое явное идолопоклонство материальным каким-то ценностям этого мира. Ну, это может выражаться в разных вещах вообще у человека. Но Писание говорит, что это грех, такой же, как блуд и нечистота. Да, человеку нужно работать, да, человеку нужно иметь какой-то средний такой достаток. Почему я говорю средний? Потому что в Писании написано, что не давай мне, Господи, богатства, не давай мне, Господи, нищеты, чтобы я не начал воровать, а богатство не давай, чтобы я не забыл тебя и не думал, что это я всего достиг сам. Понимаете, вот это состояние среднее, оно самое здоровое для человека. Потому что человеку, в принципе, должно быть достаточно того, что он с Богом, у него есть еда, питье. Я вам скажу, если бы 2000 лет назад взять человека оттуда, с того времени, и прийти показать, как сегодня живем мы, он бы сказал, слушай, так это же только дворяне так живут. Покрутил кран, вода течет, не надо откопать колодец, не надо таскать ведрами. Вещи бросил, кнопку нажал, само стирает тебе. Я вас уверяю, если... И сегодня люди говорят, времени нет. Ну, к Богу прийти, да, на собрание. Времени нет. Ну, правильно, потому что раньше же руками стирали на реке. Время, во, было сколько. Сейчас машинка стирает, времени нету. Раньше пешком ходили или на осле ехали. А сейчас времени нет, потому что автобусы ходят, машина есть под, ну, под ногами, чтобы сесть и ехать, да? Нету времени. Не хватает времени. Дальше логический ряд вы сами можете продолжить. Почему нет времени у человека? Дело же не во времени, а в желании. Люди находят время на все. На все что угодно. Находят время пойти по Кирьону походить 3 часа. Просто отдохнуть. Находят или нет? Активный отдых, да. Сквернословие. Как я уже сказал, это нецензурная брань, это ругательство всякого рода. Пустословие. Это когда человек просто, ну, говорит пустое. Пустое – это в большей степени связанное с этим миром. То есть это даже не связано с работой там или то, что касается специальности, отдыха, я не знаю, еще чего-нибудь. Это нельзя назвать пустым. В любом случае это будет, там человек любит рисовать, и он встретился и говорит о красках там, да, с кем-то. То есть человек, в принципе, развивается, да, или там кто вяжет. Какие нитки лучше взять, это нельзя назвать пустословием. Пустословие – это когда просто болтают ни о чем люди. Вообще никакого нет, ни роста, ни назидания, ни пищи для мозга и для сердца.
Смехотворство – это когда люди искусственно смешат других людей. И, как правило, они это делают, смеясь над грехами. Раньше как-то вот мы любили посмотреть, я думаю, все мы, да, там, вокруг смеха передача, КВН, там, еще что-то. И как-то раньше даже было там, что посмотреть. Но сегодня вот вообще не смешно, вот то, что люди говорят. Самое натуральное смехотворство. То есть люди, например, говорят о наркомании, да? И в зале, я вот смотрю, в зале сидят люди, хохочут, а у них дети умирают от наркотиков. А им весело. Представьте себе. Я 100% вам даю, что из того, кто пришел там на концерт Хазанова, например, да, или кого-то там еще, неважно кто, юморист любой, и вот смеются над блудом, например, над наркотиками или над алкоголем, и все это выставляется как весело. А там в зале, я вам уверяю, сидит огромное количество людей, либо сами, которых жизнь разрушена была от этого, либо у их детей. И они сидят и смеются. А я сижу и думаю, ну так, выключил, и думаешь, о чем там смеяться? Горе? Плакать надо. Реально надо плакать. Особенно, если вы включите в Ютубе, посмотрите документальные съемки, как умирают от наркотиков сегодня люди. Гниют до кости заживо. Понимаете? Страшные вещи. Ничего смешного на самом деле. Я не знаю, ли вы в курсе, но сегодня умирают дети, которым 11 лет от хронической наркомании. Просто трудно себе представить. Понимаете, что происходит? Умирают в 6 и в 7 лет от передозировки дети. Сегодня в современном обществе. Это что, смешно? Смехотворство неприлично вам, но это не значит, что верующих людей не должно быть чувство юмора, или мы не можем пошутить. Можем пошутить, можем посмеяться, можем порадоваться, но все это должно быть действительно по-доброму и от Бога. Например, когда пророк Илияу пришел на гору Кармель и собрал там 450 пророков Вааловых и еще 400 дубравных, которые питались от стола Иезавели. Он их подкалывал там, он подначивал этих людей. Они там с утра и до обеда бесновались, да? И он им говорит, давайте громче кричите. В иврите написано, может, ваш Бог пошел в кусты, по делам сходить. Он-то знает, что он говорит идолопоклонникам, понимаете? Это тоже своеобразный юмор. Он высмеивает глупость идолопоклонства. Или 44 глава книги пророка Исаии, когда Исаия высмеивает глупость идолопоклонства, когда люди идут в лес, выбирают дерево, которое ему понравится, рубят это дерево, притаскивают домой, разводят огонь, готовят на этом огне жаркое. Говорит, хорошо, я согрелся, наелся. А потом из чурбака, который остался, вырезает идола себе. И там написано, проводит линии, раскрашивает его красиво, ставит в угол. Еще гвоздями прибивает там дополнительные крепежи такие, чтобы не шатался Бог. И поклоняясь этому Богу, говорит, что это Бог. Исаия высмеивает эти вещи. Понимаете, да? Поэтому я думаю, что, конечно, чувство юмора, оно должно быть присуще верующему человеку. Потому что и у Господа оно есть. Но смеяться над чьей-то бедой,
Вот это есть, это то, что смехотворцы делают. Они смеются над чужой бедой просто. И я вам отвечаю, что мать, у которой умер сын от передозировки, ей не смешно слушать шутки про наркотики. Уверяю вас, для нее это горе будет. Это все равно, что на кладбище джигу танцевать. То же самое. То есть неуместные вещи вообще. Но у людей очень сильно сместились вот эти рамки. И ради того, чтобы богатеть, они делают эти вещи, потому что приносят это доходы какие-то. Конечно, есть и хорошие шутки, и розыгрыши есть, ну, как бы нормальные, которые не вредят человеку. И истории есть смешные. Причем из жизни даже, из нашей жизни. Это нормально. Но то, что здесь написано, смехотворство, это когда люди искусственно создают как бы смех там, где на самом деле его нет. Нам неприлично. А напротив, прилично благодарение. То есть благодарить Бога. Всегда есть за что благодарить. Он говорит, потому что вы должны знать, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, вот второй раз звучит это слово в тексте, то есть человек, который стремится к наживе любым способом, он идолослужитель, он не имеет наследия в царстве Машиаха и Бога. Шестой стих. «Никто да не обольщает вас пустыми словами, за это приходит гнев Божий на сынов противления». Значит, в данном контексте пусть вас никто не обольщает. Имеется в виду, пусть никто вас не сможет убедить в том, что любостяжание – это нормально. Как убеждают люди, верующих, что любостяжание – это нормально? Они занимаются обманом. Они говорят, что это хорошо. Бог любит, когда мы богатые. Ему нравится, когда мы богатые. Когда мы богатые, мы больше можем жертвовать и давать. То есть на самом деле некоторые просто как бы раскачивая психологически толпу верующих людей или доверяющих людей этому человеку, выманивают у них деньги, совершая буквально поборы, не думая о том, что дальше будет с этим человеком. Думая только о том, чтобы себе богатеть. Я вот не знал, допустим, мне вчера, по-моему, или сегодня, вчера Артур мне рассказал, как один проповедник после тяжелых трудов евангелизации там по Африке и по Индии, да, со своей группой, там человек 15 их, едут и отдыхают в отеле, там где 10 звездочек. Я даже не знал, что такой отель бывает, 10 звездочек. Я когда спросил, говорю, а что там такое может быть? Вика говорит, там тебя кормят золотой ложечкой, тебе даже кушать не надо. Там в номере бассейн есть у людей. То есть мы вообще не понимаем, о чем идет речь даже. Понимаете, да? Ну вот так вот проповедники некоторые отдыхают. Это не значит, что отдых не нужен. Нужен? Конечно, нужен. Но есть же предел всему, правда? И убеждают, что это нормально, Богу это нравится. Вот этого, как бы, из этого цеха проповедники, они пытаются убедить народ, что Авраам же был богатый, и мы должны быть богатыми. Искажая Писание, не зная вообще ни культуры, ни образа жизни Авраама, как семита, который жил кочевником, вот здесь вот, на востоке, да?
И богатство Авраама действительно было огромное. Стада, правда? У Авраама были большие стада. И знаете, в чем было богатство Авраама? В том, что он в любой момент мог выбрать лучшего самца и принести его в жертву Богу. В этом было его богатство. И для этого Бог благословил ему стадами, чтобы он выбирал лучших самцов и приносил на жертву. Потому что Авраам ходил здесь, по Израилю. Он не жил в одном месте. Он ходил, ставил жертвенники и копал колодцы, как будто столбил территорию для будущих поколений. И поэтому Бог обеспечил его, чтобы в любом месте, где он жертвенник поставит, он мог принести ему эту жертву. И, конечно, у него накапливалось очень много. Сыр, молоко, масло, шерсть. Все это можно было продать. Куда девать? Слитки, серебро, золото. Легче перевозить, да? Мы же все это помним. Когда он покупал пещеру в Махпеле, чтобы похоронить Сару. Он что, торговался? Ему сколько сказали, он столько и дал. А сказали там просто космическую сумму. Понимаете? Он вся его жизнь показывает, что он вообще не был привязан к материальному. Хотя, когда речь шла о людях, он торговался до последнего с Богом. До упора. Помните? Содом и Гоморра. А если найдется 50? Он говорит, пощажу. Ну, может, 5 не хватит. Пощажу ради 45. Ну, может, это 40, 30, 20, 10. И потом перестал Господь с ним говорить. Вот здесь он торговался до упора. Но когда ему сказали цену, он говорит, не вопрос. Для него это просто был, ну, там, металл. Но у этих людей цель – обогащаться. У них нет цели – служить Богу. Это видно по плодам. Тут можно было бы много примеров приводить, но я сейчас комментирую 6 стих. Пускай никто вас не обольщает пустыми словами, типа объясняя, что это правильно и хорошо. Это неправильно и нехорошо. Одно дело, когда мы жертвуем действительно в свою общину, в общую кассу, для каких-то вещей, там, да, для проектов или для служения. Это одна сторона. Но когда это все идет одному человеку в карман, это плохо. Это неправильно. Не для этого общину создал Бог. Такие примеры, допустим, да, мы уже проходили вот послание к Коринфянам, македонские общины. Они самые бедные были, больше всех жертвовали, еще уговаривали Павла взять, чтобы было благословение. Причем посылали в Иерусалим, в Иерусалиме все дороже стоило. Оно и сегодня стоит намного дороже, чем на периферии. А если взять, сравнить цены, например, в Иерусалиме с ценами в Польше или в Турции или в Китае, ну, допустим, представляете, какая разница будет? Огромный разрыв, разве нет? Или с любой там такой вот страной, Украина, я не знаю, может быть, Южной Америки какую-то страну взять. Или в Африке. Сколько стоит в Иерусалиме, например, шуарма в Лафе, да, и взять ту же самую объем, сколько это будет стоить, допустим, там, где-нибудь в Зимбабве, Родезии или в Южной Америке, там, где-нибудь, Чили. Или еще где. Будет там, ну, не 30, а 2 шекеля. То же самое. Или в Аргентине, например. И все равно эти люди посылали, потому что кто-то живет там, он не может жить в другом месте, ему надо там прожить. Но не для того, чтобы шиковать, а просто прожить. Когда
такие пропорции, они нормальные, они приемлемы. Или, например, из бедной страны кого-то посылают ехать служить или послужить в более богатую страну, там, территориально. Такое тоже бывает. Община может это сделать, она делает. Здесь к 6 стиху я хочу вам просто прочесть отрывок, который я буду комментировать позже. Первое послание Тимофею, 9-10 стих, 6 глава. Первое послание Тимофею. Я буквально встык хочу прочесть. «Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись некоторые, уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Амен. Здесь конкретно речь идет о Евангелии благосостояния. Желающие обогащаться, обратите внимание, да, как ставится вопрос. А эти люди же нас убеждают, не, мы же Богу служим. Не, ребята, вы себе служите, а нам пытаетесь объяснить, что все это делаете во имя Господа. Так же точно, как когда-то крестоносцы завоевывали земли и убивали людей во имя Господа. Тоже было. Они погружают людей в бедствие и в пагубу, понимаете? Люди верят, люди отдают последнее, а потом им жить не за что. А эти крохоборы, по-другому их не назовешь, жируют в номерах 10 звездочек. Поэтому перебьются без нас как-нибудь. Не стесняйтесь не жертвовать таким людям, а они вас там будут... Давай там и на жадность, и на то, и на все, как бы раскачивать. Сильно, если есть такое побуждение, сумму отложи, в свою общину пожертвуй. Вот и все. У нас иногда тоже вот стоит же на сайте вот мой номер телефона, было несколько звонков. Люди хотели нам в общину пожертвовать, да, там, десятину, что-то. И я сказал, не надо, пожертвуйте в свою общину. Спасибо, что позвонили, спасибо за отгуву, вот реакция, да. Но для нас эта сумма ничего не решает. Это если бы кто-то сейчас позвонил и сказал, что будет жертвовать очень много, другой вопрос. Тогда разговор бы шел по-другому. Я бы тогда выяснил, почему, зачем, какая цель, какие условия, какие обязательства. У меня целый ряд вопросов будет такому человеку. Понятно? Но когда это ничего не решает, пусть свою общину лучше жертвует. Потому что те, кто вот так жертвует, они, ну, действительно, их коснулось слова, они хотят как-то отблагодарить. Звонка, я считаю, достаточно. И желание. Мы же знаем, что кавана самое главное. И вот сейчас я был в Украине, когда и проводил в Днепре вот этот семинар, подошла женщина, она звонила, причем несколько раз. Очень настойчиво добивалась, чтобы я дал ей, ну вот, данные, да? Я ей говорил, что пойдите вот в Запорожье, там пожертвуйте. Все, вот сейчас она подошла, вы меня помните. Я говорю, ну как бы она когда рассказала, говорю, да, я помню. Она говорит, я вот в эту общину хожу, мессианскую. Все, я говорю, хорошо, туда и жертвуйте. Там же тоже надо или нет работу делать? Слава Богу, пусть так будет.
Другое дело, когда у человека уже так много, миллионы, да, и хочет он действительно кому-то помочь, кто трудится по-честному и не может просто что-то, какой-то проект осуществить и сделать. Я верю, что и это будет когда-то. Но когда будет, поговорим. Но это не тогда, когда, знаете, ты только и собираешь, только и собираешь. Я вам скажу, большие проекты – это большая головная боль еще. Да не думайте, что все так легко и просто, да? Мы вот молимся, хотим свое построить здание, просто чтобы свое оно было. Да? Ну, вы представляете, вот сегодня, да? Это же надо разрешение получить, оформить все, землю построиться. А построиться – это все проследить надо, чтобы все правильно там строилось. А не так, что через год у тебя плесень по всем углам, и вывести ее не можешь. Не будьте сообщниками их. То есть те, кто хотят обогащаться, нам с ними не по дороге. Тем не менее, мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы делать Божью работу, нужны ресурсы и нужны финансы. Да, и аминь. Поэтому, конечно, я всех поощряю жертвовать в нашу общину, но так, чтобы это было пропорционально. Приведу вам пример. В иудаизме, если, например, кто-нибудь попал вот на такое, знаете, служение харизматическое, и в порыве там эмоциональном таком, решил пожертвовать, допустим, всю зарплату. Вот жена такого мужчины идет к раввину, раввин его зовет и говорит, максимум 20% ты можешь пожертвовать. Если он будет сильно настаивать, там просто уже 25%, больше нельзя. Знаете почему? Все очень просто. Потому что сегодня он это все отдаст, а завтра община должна всю эту семью кормить. Здесь нет логики. Здесь нету как бы никакого, ну как бы славы Богу. Потому что принято помогать тем, кто тяжело справляется, да? Теперь, когда заезжие проповедники включают газонокосилку и стригут газоны, зеленые. Это совсем другая тема. Его вообще не волнует, кто эти люди и как они дальше будут завтра жить. Ему главное денег собрать побольше и уехать. Поэтому чем быстрее уедет, тем лучше. Нас, слава Богу, таких нету. А если бы и были, долго бы не задержались. У нас транзитная линия для них открыта. Лыжи уже намазаны лыжной мазью. И люди все равно верят и пытаются убеждать других, что они служат Богу. Нет, они служат себе и своему кошельку. Помните 6-7 стих. Никто да не обольщает вас пустыми словами. Людям обещают, что все разбогатеют. Людям обещают, что все исцелятся. И что, все исцеляются? Или все богатеют? Я вам скажу, я помню время без имен, когда община, там несколько тысяч в Киеве, харизматическая, поголовно все молятся, чтобы была своя трехкомнатная квартира и Мерседес. Это молитвенные служения так. Я там не был, но мне рассказывали, те, кто вот бегали туда. Я вам говорю, а так бывает? Вот чтобы у всех было вот это. Ну, самообман же стопроцентный. И, наверное, из них каждый думает, ну, если не всем, но мне точно повезет. И это вера в Бога, я хочу спросить. Это что это вообще?
Я в то время еще был далекий от Бога вообще человек, я вам скажу. Но когда я это слышал, я понимал, что это просто, ну, обман какой-то. Для этого не нужно даже было верующим быть или что-то в этом понимать. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте как чада света. Вот все время тема об этом идет. То есть не стремитесь в эту грязь, не стремитесь в этот обман, в эту ложь. Вот. Корень всех зол – сребролюбие. Мы прочитали в первом послании к Тимофею. Он говорит, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Плод Духа – это когда Святой Дух через тебя начинает как на дереве выращивать плоды. И эти плоды в людях, а не у тебя дома золотой унитаз появился весом 40 килограмм. Золото ж тяжелое, как свинец, знаете? Ну и плод, в общем, большой такой. Или ванная из золота. Это разве плод? Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Тьма всегда хочет представить свои дела как свет. Даже ангел тьмы выдает себя за ангела света. Понимаете? И вот они пытаются людей убедить в том, что они это делают, и это служение Богу. Но мы же знаем Писание. Более того, если говорить о харизме, харизма – это когда плоды, дары Святого Духа работают, правда? А здесь самое обычное мошенничество. Причем верующего легко обмануть, он уже заранее верит. Понимаете, да? Ты пойди попробуй обмануть так людей. Ну, там, на футболе. Тоже стадион же собирается целый. А ну, пойди там расскажи. Посмотрим, сколько соберешь. А тут все верующие, легко обманывать. Как бы доверчивые все приходят. Я не очень люблю вообще на эту тему говорить, но время от времени говорю, потому что надо. О том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Мы часто очень слышим, правда, о падениях вот этих людей. Почему-то? Почему? И те, кто стремятся туда, вот в эту группу, тоже. Потому что впадают в эти обольщения. Писание об этом говорит. И все обнаруживаемое делается явным от света, и все делающееся явным есть свет. Посему и сказано, встань спящий, воскресни из мертвых, и освети тебя Машиах. 13 стих я бы соединил с 3 главой Евангелия от Иоанна, когда Иешуа говорит, что он пришел для того, чтобы совершить труд Божий. Ну, давайте мы прочтем. И чтобы спасти людей, тех, которые идут к свету, чтобы дела их были явными. Те, которые не идут к свету, наоборот, прячутся. Вот это они. Они все скрывают. Двадцатый стих. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Аминь. Человек, даже если ошибается в чем-то, Бог подправит, он как бы откорректирует, но если он идет к свету, это нормально. А вот когда он наоборот, как здесь написано, хочет что-то скрыть, все обнаруживаемое делается явным от света, все делающееся явным есть свет.
15 стих. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Зачем тратить свое время на бесплодные молитвы, на молитвы, которые направлены только на то, чтобы стяжать на земле какие-то блага или богатства? Лучше откройте Евангелие от Матфея, это вот сюда. «Итак, смотрите, поступайте осторожно и дорожа временем, потому что дни лукавы, и не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Евангелие от Матфея. Сейчас я скажу. Вот 6 глава, например, с 19 стиха. Это учение нашего Господа. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». С 25 стиха. «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться». Это что, теперь на работу не ходить? Ходить. Потому что если будешь ходить, тебе не надо думать, во что одеться. Будет во что одеться. «Душа не больше ли пищи?» И так далее, и до конца прочтите. «Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Аминь. Поэтому все эти люди, они язычники на самом деле, идолопоклонники, любостяжатели. Но нас пытаются убедить, что это служение Богу. Ничего похожего. Это желание обогащаться всего-навсего. Такими белыми нитками все шито. Эти люди иногда и подкупать пытаются. Что только не делают других. Ну, чтобы заткнуть им рот. Чтобы сказать, нет, так тебе что же дали, а что ты теперь? Поэтому будьте мудрыми, написано, не лукавы. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Значит, обращаю ваше внимание, что Писание нигде не запрещает употребление алкоголя. Но очень строго ограничивает это употребление. И конкретно говорится и в притчах, и в других местах Библии, чтобы человек не увлекался. Особенно это касается людей, у которых генетическая есть расположенность к алкоголизму, или люди, которые чувствуют, что они втягиваются, они начинают привыкать. Значит, вообще нельзя таким людям пить. Теперь откройте, пожалуйста, текст Евангелия от Луки 21:34. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно». Аминь. В один ряд ставится обжорство или объедение, когда человек ест больше, чем ему надо. Скажите, чем опасно пьянство? Раз. Теряется контроль. Ну, допустим, пьет человек дома, потерял контроль, через 2 часа проснулся, снова контроль. А чем это опасно? Опасно для здоровья. Он портит свой организм, правильно? Он его изнашивает.
и в итоге умирает раньше времени. Либо от цирроза печени, но там в принципе все вместе идет, и слабоумие, потому что клетки головного мозга просто сливаются от этого всего, как бы, организмом, вот утром они выходят, да? То есть фактически человек себя убивает, он делает свою жизнь короче, правильно? Вот этим опасно пьянство. Ну и плюс ко всему, да, потеря контроля, он может упасть куда-то, он может разбиться обо что-то, да, там еще как-то. А? Совершить поступок какой-то. Теперь, чем опасно объедение или объедание? Тем же самым. Я вам скажу, я где-то года полтора назад, наверное, посмотрел документальный фильм о людях, которые страдают от ожирения в Америке. Значит, молодые ребята, которым по 18 лет. Врач говорит, что до 20 он не доживет. И ему там не просто операцию делают. Это страшно смотреть это все. Его готовят, его конкретно там чуть ли не к кровати привязывают, потому что его нельзя оперировать в таком состоянии. По 40, по 60 килограмм жира только срезают с человека. Представьте себе. Делают кицуркива, желудок усекают, там, то, чтобы спасти ему жизнь. Почему? Потому что люди потребляют огромное количество калорий, кушают там гамбургеры, пьют кока-колу, в которой там на стакан 40 ложек сахара, по-моему, в кока-коле. 36 или 40. На стакан! Попробуй раствори еще это. Чтобы такое количество сахара растворить, надо специальные хомеры, чтобы там еще были. Очень вредная вещь. Лучше компот из яблок. Ясно? Дома. Сварите из грушки, яблочки. В Израиле фрукты полно. Варите компот, сестры. Особенно летом. Из клубники очень вкусные. У нас полгода сезон. А? Клубника зимой только, да. Я хочу показать, что в Писании вы найдете пьянство, обжорство и блуд. Вот эти три вещи, они всегда идут вместе. И это как бы человеческая слабость. И когда-то я помню, тоже вот я читал один материал такой, по этой теме, то есть мне интересно было, да, то как бы автор пишет, верующий человек, он пишет, что если, допустим, католик во время стресса, ну, стресс у него, да, католик пойдет и выпьет вот хорошенько, то протестант кушает просто до, без остановки. Сравнивая эти два порока, показывает, что и другое ведет к преждевременной смерти и не приносит Богу никакой славы. Поэтому, вообще мы знаем, Писание говорит, что во всем нужна мера, так или нет? Если человек будет слишком много работать, вроде бы высокая мотивация и благородное дело работать, да? Но если он все время только работает и спит, а смысл тогда, для чего он живет? Для чего? Чтобы потом перестать работать на неделю и куда-то поехать отдохнуть, а потом опять работать дальше. Или на 10 дней. Ради этого? Писание говорит, во всем должна быть мера. Мы забываем, что мы созданы Богом для того, чтобы наша жизнь приносила плод Ему, а не нам. И все, что здесь сказано касательно пьянства, объедания или любые другие отклонения от нормы, это человек делает, чтобы удовлетворить какие-то свои запросы, потребности или похоти, или прихоти. И поэтому Бог говорит, не нужно этого делать, будьте мудрыми. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь
Духом Святым. Почему написано, что бывает распутство? Потому что письмо адресовано в Эфес, это греческая территория, так же, как и Коринф, и довольно распространенным были подобного рода вещи. Люди пили, а потом блудили. Ну, как бы время так проводят. То есть это известный исторический факт. Поэтому Рабби Шауль говорит, держитесь подальше от этих вещей. И это не значит, что человек не может дома, особенно взрослые, зрелые люди, да, там, женой или за ужином выпить немного сухого вина. Это нормально. Но... Понимаете, люди, которые пьют, я помню, вот просто вот сейчас пришло на память этот пример. Я когда-то работал в Киеве, вот на шашлыках. Ну, понятно, я в то время был не только далек от веры, я вообще далек был от всего. Но я видел своими глазами, приходит человек, сотрудник вот шашлычной, который пьет, да, и его знакомый говорит, вот я подшился и не пью. А он ему говорит, а на сколько ты подшился? Он говорит, на 100 граммов. И он задает вопрос, а вот этот врач говорит, может на килограмм подшить или нет? Вы представляете, да? То есть он хочет пить литр водки, вот если больше, тогда только он умрет. Я ему говорю, а зачем тебе подшиваться? Ну так пей себе, да и пей. Ну, как бы, смешно просто было слышать это. Человек на полном серьезе спрашивал. То есть у него на самом деле идея не бросить пить, не перестать пить, а где-то там себе границу провести, которую он сам не может для себя провести. Так вот Писание говорит, не упивайтесь вином. Писание говорит, во всем нужно держать как бы границы. Я вам другие примеры приведу. Когда в медицине, например, применяется наркотик, это благословение для человека, так или нет? Перед операцией тебе делают укол, делают как бы общую анестезию нервной системы, а потом уже там вводят дальше какое-то лекарство. Когда ты даже не знаешь, но как бы понятно, люди, у которых есть опыт, легко распознают по ощущениям в организме, что ему вкололи. Это понятно. Но когда ты свободен, тебя не тянет потом больше никуда. Так или нет? Было у тебя такое, Володя? Лечили тебя после того, как ты уже освободился от наркотиков? Вот, спасибо за свидетельство. Вот Володя, который, ну, как бы так жизнь у него сложилась, к Богу пришел не сразу, не в верующей семье родился человек. То есть был опыт негативной жизни без Бога, и наркотики, и все. Вот почки заболели, говорит, морфий вкололи, уснул, проснулся. Все, ну тебя же не тянет потом где-то идти. Вот, и у меня такие же были эпизоды в жизни. И ты же понимаешь, что тебе вкололи, правильно? Вот, видите, говорит, я еще просил, чтобы поменьше, чтобы не сильно. А врач знает. Он видит, сколько, какой фактуры человек там, да, знает дозировку, делает укол. Я к чему это говорю? К тому, что вот это то, что здесь написано. Не упивайтесь вином. Точно так же, когда применяют какое-то лекарство, и оно имеет эффект, как бы, потому что это наркотик, но человек не стремится продолжить это все. Это была необходимая какая-то мера в данный момент. Убрать болевые ощущения, облегчить страдания человеку. И в это время, пока действует препарат, оказать ему какую-то медицинскую помощь. Абсолютно нормальные вещи. Понимаете, Бог все создал для благословения человека, а человек неправильно этим пользуется. Отсюда все проблемы. Вот этот стих касается всех сфер нашей жизни, друзья. Абсолютно все. И поэтому 19 стих говорит, назидая самих себя псалмами,
словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иешуа Мессии, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Вот это пожелание, назидая самих себя. Иногда люди спрашивают, а как мне преодолеть кризис вот сейчас? Это ответ, назидая самих себя. Не, ну что мне вот это вот петь, петь, петь или молиться, молиться, молиться? Да? Откройте Второзаконие 6 главу. Вешинанта лебанеха написано. В русском перевод. И внушай это детям своим. Насколько я помню, да, шинанта это значит буквально зазубривай это с детьми. Лешинен, да, это как бы вкладывать, вкладывать в устной форме. Окей, так оно и есть. Это то же самое. Там написано, внушай детям своим эти слова. И тут написано, назидай себя самого. А почему нет? А как это поможет? А я вам скажу, как это поможет. Возьмите одну песню, которая вам нравится больше всего. Хвала. И перед сном прослушайте ее 15-20 раз подряд. И когда вы ляжете спать, всю ночь у вас будет эта песня в голове петь. А вы будете спать. Утром встанете отдохнувшими, свеженькими. Вот такое настроение будет. Реальный способ. Я вижу, многие улыбаются в зале. Ты утром встаешь, у тебя хвала в голове. Это первое, что в твоем сознании просыпается. Вы понимаете? Уже радость. Правда? Уже хорошо. Внушать надо. Надо себя запитывать этим всем. Потому что по-другому не получится противостать вот всему вот этому. Аминь.